Хай, здесь Захаренко. Кто самый богатый человек на планете? Однозначно этого сказать нельзя. Но мы попытаемся взглянуть на эту ситуацию глазами рейтинга Forbes. На пятом месте Ларри Эллисон, основатель и гендиректор софтверной компании Oracle. Состояние 48 миллиардов. Страна США. Возраст 69 лет. Недавно он заявил, что лучшие дни Apple ушли в прошлое со смертью Стива Джобса, а Google превратилась в абсолютное зло из-за бесконечных патентных разбирательств с Android. Поэтому Ларри не собирается останавливаться. Уоррен Баффет, владелец американской холдинговой компании Berkshire Hathaway, состояние 58,2 миллиарда долларов, страна США, возраст 83 года. Berkshire Hathaway является управляющей для огромного числа различных других компаний, среди которых такие известные бренды, как American Express, Bank of America, Coca-Cola, Washington Post, IBM, Procter & Gamble, а с недавнего времени еще и кетчупный гигант Heinz и нефтяная корпорация ExxonMobil. Несмотря на свой преклонный возраст, легендарный инвестор продолжает проворачивать по-настоящему крупные сделки. Аманисио Ортега, владелец торговой империи Inditex, состояние 64 миллиарда, страна Испания, возраст 77 лет. Его корпорация объединяет более 6750 магазинов в 88 странах под такими знакомыми многим брендами, как Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear и другие. Аманисио покинул пост председателя совета директоров Inditex еще в 2011 году, однако он не спешит расставаться с контрольным пакетом акции компании в 60%. Карлос Слим, мексиканский промышленный магнат из Ливана, 72 миллиарда долларов, Мексика, возраст 74 года. 4 года подряд он считался самым богатым человеком на Земле. Финансовое состояние Карлоса основано на коммуникационной индустрии, мобильной и стационарной связи. Однако, как и у многих других магнатов, это далеко не единственная его сфера деятельности. Главная причина того, что Карлос переместился на вторую строчку богатейших людей, является обвал котировок его горнодобывающей компании. Акции, которые за год подешевели более чем на 50% из-за падения цен на золото и медь. Ну а на первое место вновь вернулся Билл Гейтс. Состояние 76 миллиардов долларов. Страна США, возраст 58 лет. За год благодаря росту котировок Microsoft состояние Билла Гейтса выросло на 9 миллиардов. В феврале 2014 года он покинул пост председателя совета директоров Microsoft, но остался в компании в статусе технологического советника нового генерального директора Сати Наделлы. Что ж, пожелаем удачи его детищу Windows. А о самых богатых воротилах тебе рассказывал Захар. Харенко Глеб, выпуск проекта Tellblog.net. Делись этим видео с другими, подписывайся на канал. До встречи! Какая же машина в мире сейчас самая дорогая? На пятом месте Porsche 918 Spyder.